Утконос. Утконос – водное млекопитающее, обитающее в Австралии. Это единственный современный представитель семейства утконосовых. Уникальное животное является одним из символов Австралии. Оно изображено на австралийской монете в 20 центов. Длина утконоса 30-40 см, весит он до 2 кг. Самцы гораздо крупнее самок. В хвосте утконоса, как у тасманского дьявола, откладываются запасы жира. Мех у него густой, мягкий, обычно темно-коричневый на спине и рыжевато-серый на брюхе. Лапы у утконоса пятипалые, приспособленные как для плавания, так и для рытья земли. Задние лапы в воде выступают в роли руля, а хвост служит стабилизатором. Носовые отверстия утконосов открываются на верхней стороне клюва. Глаза и ушные отверстия расположены в лобках по сторонам головы. Когда животное ныряет, края этих же лобков и клапаны ноздрей закрываются, так что под водой у него не действует ни зрение, ни слух, ни обоняние. Однако кожа клюва богата нервными окончаниями, и это обеспечивает утконосу не только высокоразвитое осязание, но и способность к электролокации. Электрорецепторы клюва могут обнаруживать слабые электрические поля, которые возникают при сокращении мускулатуры ракообразных. Это помогает утконосу в поисках добычи. Утконос – одно из немногих ядовитых млекопитающих, обладающих частичной слюной. У молодых утконосов на задних лапах находятся зачатки шпор. У самок к годовалому возрасту они отваливаются, а у самцов продолжают расти, достигая 1,5 см. Каждая шпора связана протоком с бедренной железой, которая во время брачного сезона вырабатывает яд. Яд утконоса может убить динго или иное некрупное животное. Для человека он в целом не смертелен, однако вызывает очень сильную боль, а на месте укола развивается отек, который постепенно распространяется на всю конечность. Утконос – скрытное ночное животное, населяющее берега небольших рек, стоячих водоемов в Восточной Австралии. Распространение утконоса внутри материка известно меньше. Видимо, он полностью исчез из Южной Австралии и на большей части бассейна рек Муррей и Дарлинг. Причиной этому, вероятно, стало загрязнение вод, к которому утконос очень чувствителен. Обитает утконос по берегам водоемов. Убежищем его служит короткая прямая нора с двумя входами и внутренней камерой. Утконос превосходно плавает и ныряет, оставаясь под водой до 5 минут. В природе враги утконоса немногочисленны. Изредка на него нападают варан, питон и заплывающий в реке морской леопард. Но главным его врагом является человек.